городской театр представил афишу на сентябрь. Отдых в Анапе – это не только купание в море и прогулки по набережной. Впереди осенняя пора, и городской театр приглашает всех желающих на сентябрьские мероприятия. Главное событие месяца – фестиваль «Киношок». О новинках и не только, которые ждут гостей и жителей курорта в нашей рубрике «Афиша». 7-го состоится на сцене городского театра «Оперетта» «Сильва» от Московского музыкального театра. 12-го – спектакль «Главная роль» от Московского театра «Антрепризы». 19-го – оперетта «Призрак оперы» «Москва». 20 сентября – концерт фольклорного ансамбля танца и песни «Нохчо» из города Грозный. 25-го в Малом зале городского театра состоится концерт лауреатов международного конкурса вокалистов Юрия Цыганка и Мирославы Павлюсь. Традиционно в Анапе пройдет с 23 и по 30 сентября кинофестиваль «Киношок». В рамках кинофестиваля «Киношок» с 24 по 29 сентября ежедневно на сцене городского театра будут проходить встречи со зрителями, создателей конкурсных фестивалей программы «ТВ-шок» на площадке перед городским театром. И в 14.00 ежедневно в этот период конкурс многосерийных художественных фильмов «ТВ-шок». 25-го в Большом концертном зале городского театра вечер памяти народного артиста Российской Федерации Виктора Ивановича Мережко. 27 сентября на сцене городского театра состоится концерт к столетию народного артиста СССР Станислава Ростоцкого. И 29 сентября состоится концерт, посвященный 85-летию образования Краснодарского края. Всегда рады, всегда ждем. Приходите в городской театр.